А вот житья-то мне не будет, если я вам не расскажу о ML350 второй серии. Тут же понять-то надо всем, если бумер ранее спортивных внедорожников не делал, то Mercedes-то делал замечательный G-класс. А вот тут-то все и началось. Ну, перданулось немцам, коих тогда-то и не было, желание вернуть все модели. И то пошло. Хотя, честно, выпускал бы бумер треху, пятерку и семерку, и было бы все ништяк. Тоже и про Мерси-то можно сказать. Но поперло. Я так и не понял, куда поперло. Но все, чем гордился немец, разосралось по различным модификациям. Если честно, то джип это все-таки F-150. Есть еще и Г, но Г отвалилось в 2013-м. И зря. Ну а вот то, что мы видим сейчас, это, наверное, то, что должно выделяться в спорте. И хотя спорт для пиндосни это только с движками в 6.3, но это не только спорт. Это кошмар на колесах. И так оно должно и быть в Америке. Захотел круто, и это традиционные практически самосвалы. Захотел круто отстрелить, вот такой вариант. Вот только непонятно, зачем же дохлые движки-то на рашку отправлялись. А ответ, собственно говоря, прост. Наша рашка не пиндосия.